как будет строиться сотрудничество государства и крупных компаний. В рамках соглашения о партнерстве компании инвестируют в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров и привлечение специалистов из-за рубежа. В свою очередь государство возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки, то есть рынок надо обеспечить, будем над этим работать. Отладить систему технической стандартизации и регулирования необходимо, и даже установить здесь своего рода экспериментальные правовые режимы. Адекватная, гибкая правовая среда – ключевой вопрос для новых отраслей. Ее формирование во всем мире идет непросто. Много чувствительных проблем и для безопасности государства, и для интересов общества, граждан. Но чтобы добиться результатов, критически важно ускорить процесс принятия решений. Поэтому прошу коллег из правительства, экспертов, бизнес-сообщества предложить такой эффективный механизм.